Слышь, Лар, а что у тебя с глазом? А ну, расскажи еще, что у тебя с глазом? Ишемия зрительного нерва. Что это такое? Это типа инфаркта. И что надо Вроде делать? сердце там ничего там. А, Саша, ничего. Голодание. Голодание глаза. Кислород не поступает. О, боже. А что там лечит? Сосуды, А ты это лечишь или нет, это все? Саша, оно, считай, не лечится. Я прочла. Это не лечится. Пока капаю то, что врач сказал. Но это так. Мертвому припарка. Саша, ну 52 года диабета. 52 года. Я еще жива, и то хорошо. Ну да. Потому что многие уже все. И с такой болезнью, и последствия. Это сейчас уже у людей либра, вот это, что ты мне на руку пристреливал. Тут же бесплатно получаю все это, Саша. А инсулин бесплатно? Инсулин бесплатно, либра бесплатно. Это более важно. В общем, тест полоски бесплатно, глюкометры бесплатно. Все бесплатно. Капли в нос, и то бесплатно. Ничего себе. Все бесплатно, Саша. От астмы бесплатно. Капли в глаза бесплатно. Тут медицина отлично. Лара, а вот зубы делать бесплатно или платно, если зубы? Тоже. Для меня наша страховка, я могу даже сделать себе, ну, как оно, челюсть или как оно сказать, вставные зубы. А, съемный протез, да? Да, и то могу бесплатно. А Алка говорит, что в Германии у них платно, что они там не делают. Ну, не знаю. У них, значит, платно, у нас бесплатно. Во Франции очень хорошая медицина, очень хорошая. Но главное попасть, записаться к врачу там. Вот это трудности большие. Если возле твоего города есть клиника, там, госпиталь, то можно, если в таких крайних случаях, ургентное отделение считается. Так, вот, и если бы я была в Десизе, оставалась и дальше, то попасть к эндокринологу больше года надо записываться. Заранее записываться. Аж. А вот там, где я буду, у Ани, Аня говорит, что там запросто. Ну, посмотрим. Саша, мне из-за того, что лечение, считай, я ничего не трачу денег, это намного экономно. Намного. Еда бесплатна вам, бизнесу? Ну, это называется гуманитарка. Здесь я получаю два раза в неделю. Но там, где я поеду, обычно все получают раз в неделю. Это в нашем городе здесь два раза в неделю. А что именно ты получаешь? Что ты получаешь? Каждый раз литр молока, консервы разные. Разные консервы, овощные, потом такие там, знаешь, вот тут, ну, может что-то варить, там, если, там томаты, масло сливочное очень редко, но бывает масло сливочное. Подсолнечного ни разу не получала. Вещи дают иногда. Я полно набрала для Ромы и Гараси, полно вещей. Но есть Красный Крест, для себя купила кроссовки и туфли, каждый по 4 евро. Вот так, 4 евро. Для Ромы купила брюки по 1 евро. Так что его не брать, Саша? Ну да. Поэтому, ну, жить вполне можно, вполне. А я ж по грибы постоянно ходила. У меня там столько, что уже холодильник трескает. А что, французы грибов не собирают? Они ничего не собирают. Почему? Меня ж полиция остановила. Помнишь, как ты рассказывала, как я шиповника рвала? Ну? Меня полиция остановила. Сказала, что это нельзя кушать. И чтобы я понимала, он полицейский еще показал в рот, мол, но, нельзя. Я говорю, хорошо. Ну, так они. Ну, не запретили рвать можно, только предупреждают, что это опасно, да?
Они не знают, но они Это перестрахуют. опасно, нельзя кушать. Чего нельзя, понятия не Так, имею, чего нельзя. а грибы там вообще никто не собирает, да, получается? Никто. Саша, ну их мало в лесу. Ну, чтоб было, мы уже собрали. Ходим по лесам, собираем. А с кем ты ходишь? Насушила большую. А что за грибы? Грибы в основном под сейчас, ой, под дубники и польские, типа вот этих, польские подубники, немножко белых, немножко подосиновиков. А с кем ты ходишь, собираешь? Даже сама ходила. А. И сама ходила. Несколько раз сама ходила. И много брала. А сейчас уже все. Пошли, уже нету. Вчера пошла в парк. Даже в парке собираю. Саша, никто ж их не берет. В парке два шага и парк здесь. И никто не берет. Странно. Да. И белый здесь нашла дважды. И вот эти поддубники, они очень хорошие, мощные. А я ж тебе, наверное, сбрасывала, Да показывала. да, да, да. Ты меня посылала на Вайбер. Саша, ну ты ж там смотри, не вздумай там искать у себя грибы, потому что там мины могут быть. Где? Здесь у нас, в Кремче? Ну не знаю, где там мины, Нет, тут ты ж там. нормально. В Харькове тоже, говорят, ходят. Только, нет, в сторону вот сюда вот. Саша, опасно, Саша, не стоит того. Да они уже все, в этом году сезон уже закончен, грибной, уже заморозки, ты Да, что? у вас же и холодно уже, да? Ну так, нет, сегодня было нормально, но У нас сегодня свежо. 16 градусов Вчера было плюс. 16, сегодня там так, ну, свежо, свежо. Ну, солнце было хорошо. Вас это хорошо. Солнышко такое, день уютный такой. Ну, свежо было сегодня. 19 было, тоже очень хорошо было вчера. А? Тоже очень хорошо было вчера. Ага. Ясно. А сегодня дождь. Неприятно, холодно. У Ани температура там, где я буду, намного холоднее, намного. Там наша температура. А десист тут 0 градусов зимой. А в Ани будет так же холодно, как у нас, как в Харькове. А. И я ж там буду рядышком. Ну, да У Ани ничего. в Германию ездят, в Люксембург катаются очень часто. Чего? Ну, потому что просто, чтобы дома не сидеть. Да, Саша, жизнь совсем другая здесь, совсем другая. Спокойная, не то, что, понимаешь, спокойная, сытая жизнь. Ну. Я ж сыр постоянно, постоянно сыр, сыр, сыр. Ем каждый день и помногу. А И наесться не могу, потому что вкусный. вам даром его дают, да? Нет, это я покупаю. А. Ну, сыр плесень 8 евро. Если нам, Саша, будут давать 200 евро, будут 200 давать. Еще должна я буду, наверное, платить с этих 200, что-то еще платить. А пока давали 440 евро. Поэтому я все покупала. Да, еще оставались деньги. Но сейчас за свой счет я покупаю в эту комнату, она ж пустая. Холодильник 170 купили. Там, ну и все остальное за мой счет. Я не хочу Аню напрягать. Зачем? Она ж только-только пошла работать, еще месяца не работает, понимаешь? Ну, в общем, я поэтому сказала, Аня, тратим мои деньги. И все. Ну, тише я здесь отложила. Ну, понятно. Да. О, я тебя вижу. А ну покажись. Да, Покажись, Саша. вот он я. О, ага. А что я тебя не Где вижу? ты сейчас? Где ты Лежу, сейчас? В своей комнате? да, здесь. Лежу. Слышишь, Саша, а А. сколько ты оставил как кошек себе? Себе, ну как, у меня только Жорик и Диночка, и все. Ну ты сделал Дине операцию? Не, пускай, она хороший мышелов. А вот она не будет мышей ловить. Будет ловить, Посмотрим. будет. Ну, пока Никуда она бы... оставил. Саша, намучишься, будет еще больше котят, посмотришь. Подожди, не тарахти. Оставил Палыча у Мерехова, отвез троих котят. Они ему нужны?
Да. Они ему нужны? Венерочку, это Динина дочка. Потом Мурку тут нашел в ракитном, потом очень пушистая, красивая кошечка. И Борика. У меня получается пара, Венера и Борик, точно повторяю Дину и Жорика. Точь-точь. Ёлка, еще Павлович согласился. Да. Чего? Да, а что, куда он денется? Ему скучно самому. А куда денется? Он инвалид. Саша, а потом коты пойдут. Ну, будет топить. Посмотрим, ладно, давай, короче, разберемся. Ага, Пока зима, давай. это не Ну, ладно, актуально, весной. сбрасывай свой этот, я тебя переведу. Денежки, да? Да, Ну, сбрасывай. давай, хорошо. Ага. На Спасибо. Вайбер, наверное, да? На Вайбер. Я тебе на Вайбер скину сейчас, номер карты, да. Да, давай. Ага, ну давай, вот, счастливый. Как буду в Харькове, я тебе перезвоню туда. В Да, только квартире. не забудь, Саша, не забудь же по счетчикам, по своей квартире. Хорошо. Хорошо. Да. Ага. Давай, Давай, ага. сбрасывай. Да, все, пока-пока. Пока, Саша, пока. Счастливенько, ага, давай.